эта картина будет меняться в зависимости от вашего восприятия, которое будет меняться на вебинаре, потому как вы будете применять новый прием с развитием способности преодолевать страх и развивать в себе человечность. Потому что, оказывается, по моей статистике, я посмотрел, все люди, которые развивают человечность, эффективны во всех делах. Это поразительно. Они быстрее находят гармонию с собой и с любым даже проблемным собеседником, и с детьми, и с разными своими как бы противниками там разными. Но это удивительная вещь, когда они во всех делах находят в себе гармонию, да, и даже вот когда рисуешь. Вот я пользуюсь своим методом ключ, и всегда могу сделать то, что мне нравится, и получить не только удовольствие, но и произведение, и вам показать, и вы тоже порадуетесь, вы увидите, как это интересно происходит. Приходите на наш вебинар, приходите. Развитие человечности повышает качество любой деятельности.